Привет, меня зовут Ержан. Сегодня 11 декабря. Время без 10:10. Мы собираемся на Октябрьском водохранилище. Короче, Данил, Влад, Ержан. Насосная станция Октябрьского водохранилища. Народ сидит. По информации, здесь вчера был лещ хороший. Будем пробовать. Реализованная поклевка. Опа, что это? Поклевка. Так, видечка. Ну, нормально. Ну-ка на камеру нормально покажи. Ну, хорошая поклевка. Ну, хоть блин, поклевка. Короче, гроза, Влад, гроза езей со своим братаном, который младше, Данилом. Смотри, не сюда езжают. Езжаем рыбалку. Уже жалко. А мелочи, это вообще прилично. Лещ недорожный.
20-го, блядь, с 9 часов сидел, блядь. Чё тишь? Да хуя, дорога. Вова, у вас водочка это лучше. Ну, здесь она хоть покрупнее, а там с ладошкой и меньше, блядь, и не живец, и не на жарку, блядь. Штук 60 нахерачил, блядь. Живец-то, да? Да-да-да, ну, что тут я на яйце есть, что есть? Да, что-то маленькое. Да, на игру там берешь потихоньку. Вот смотрите, вот тут сейчас этот куб стоял. Ну. Туда садитесь. Я вот так пришел. Я просто разведку готов посмотреть. Вообще без. Вот таких мамочек. Просто там, наверное, да, вчера сидеть была. Где-то в этом районе. Не, разговору нет, бабульки здесь есть, короче. И сколько глубина? Здесь? Да. 12 метров? Да. А здесь? Где-то 10. 10. А тут 12 где получилось. Ну, там... Во! Проебал пока разговор. Блин, я не снял это. Он от пункта не отходит, да? Сука, по губам. Не по губам даришь. Если не по губам ударишь, то он, блядь, черт. Пробуй, играй, играй, играй. Thank you.
А потом все сами. Сожрала. А я там выбираю за него. Четкий подойти. Да, а он погрузится в него. Блять, нету, блять, без мышек, нахуй. Ебанутый, убери. Нормально.